Йоу, здорово, чувак. Салют. Представься. Вудбекер, контраст. Что ты можешь рассказать о себе? Рэпер я. Батлами тут занимаюсь. Хуйней страдаю. Зачем тебе все это надо? Так случилось. Время от времени я занимался этим в Питере, в Москве. Тут что-то пригнал на родину. Типы тоже какие-то имеются. Позвали. Ну, один, вернее, позвал меня. Занесло тебя, конечно. Кто сегодня твой оппонент? Олкэш, а.к.а. Воланхаус. Демакин Максим. Что ты можешь сказать о нем в двух словах буквально? Ебалай. Молодой. Вот. Буквально в двух словах, что надо, что. Как вообще, кентуешься с ним? Так, нормально общаемся, нормальный типок на самом деле. Вот, просто решили побэтли сделать нормальную, качественную хуйню. Вот, ну как бы типа показательный батл какой-то, потому что по сравнению с тем, что было прежде, это будет охуенно, то что все остальное это. Ну и собственно, чего нам ждать от этого батла? Рифм, блядь, тут будут рифмы, ребята, слушайте, это рифмы, они как должны они звучать вообще. Панчи там всякие, что-нибудь интересное придумаю, рассказывать не буду, там все увидите сами. Ну давай, чувак, желаем удачи. Спасибо. Айо, чувак, здорово. Айо. Здорово. Здорово. Представься. Олкэш, а.к.а. Воланхаус. Че, расскажи нам что-нибудь о себе. Меня зовут Макс, город Наваи, Узбекистан. С кем бэтлишь сегодня? Сегодня бэтлим с Махмудом Вудбекер. Как так случился этот бэтл? Я его вызвал. Он, насколько я знаю, он участник Versus батла, слово. Ну че, Versus слово платят, да, за рекламу? Походу? Ну, видимо, да. Нормально платят? На пьёха, да. Ну, ништяк. Чё, чем сегодня удивишь на батле? Сегодня будет фарш. Мак. Здорово, да, здорово. Ну чё, желаем удачи. Давай, спасибо. Делай красиво. Ланчушка ебаны. Да, кстати, ланчушка ебаны. Пау, пау. Итак, всем привет. Меня зовут Дин. И сегодня у нас батл за счет арена батла 98. Итак, участник справа, представьте. Вудбекер, контраст. Участник слева, представься. Олкэш, а.к.а. Воланхаус. Начинает участник слева. Шуму. Каждый твой батл словно смерть гильотина, будто взрыв новой микровселенной. Весь поту ты устал, обессилен, будто высосал душу дементор. Что ты можешь накопать про меня? Всего лишь малую суть. Слухи о том, что мне писали текста, но я за это уже не трясусь. И те, кто против меня, я тупо посылаю пизду. Ты всего лишь слух, а я на слуху. Вы считаете его фаворитом? Льстить ему вовсе не гоже. Ты моя личная Валерия, я твой личный Иосиф Пригожин. В моем болту снова представили чемпиона собачьих ристалей. Сейчас значит пизда, это визгливый шавки и стаи. Вшивый писака, что среду обитания был как куча фекалий. Это не калик, я зиг не кидаю, лишь брошу три горсти песка на могильный твой камень. О боже, помилуй моего оппонента, хоть он и бездарен. И не блещет текстами так же пизда, так как жопа лизанем. Хотя на вопрос такой будет, все дружно кричат, он в рэпе эстет. Хотя на деле шкаляры быдло подъездное. Пусть я пока что в рэпе экстерн, а ты как и был, так и остался опездалом. Окей. Кто победит, мне не важно, ведь это все равно я. Но ты ведь пиздишь, как Малахов с программы «Пусть говорят». Оглянись, вокруг нас собралось столько ребят, которые пришли увидеть, как я унижу тебя. Ты настолько опасный, я поместил... Ты настолько опасный, я поместил тебя, как кабана в клетку. Затем на столике с разными костями сидел, как Ганнибал Лектор. Мои панчи бьют, как шокер, после них ты парализован. Тебя волной понесло к суициду, я убил в тебе моральную зону. Твоя иголка, как Титаник, напоролась на нож потрошителя. Ты остался гнилой биомусор, Волан будто овощи покрошил тебя. Я разъебу тебя, оставив след формальдегиды. Прикинь, я растворитель для такой формальной гниды. Я будто идол, тебе я выдал бич-билет Корида. Со мной в паре пропадешь, ты хочешь, стану твоим эгидой? Раунд. Участник справа. Какой ты алкаш? Речь о какой трезвости ума. Это я о чем, Кит? В тебе нету резкости, мутак, ты не четкий, как я. Погнали.
Это не то, что, как кажется, должно вызвать хохот. Тут нету ни хайпа, ни грубо, ни прочих пустых атрибутов того, что вы привыкли звать хопом. Отнюдь, тут все просто, я не из тех, кто требует спроса. Это не хап со сносками Вики, это хап для тех, кто понял, что ему поздно быть взрослым и рано быть старым. Ведь мы на распутье и распиваем от счастья вино и целуем распятие от страха. Мы не купаемся в вобле, нет, мы рады горячей воде. Чувак, наши тёлки худые модели, ведь едят только жареный хлеб. Да или нет, но мы ищем плюсы у жизни в дерьме. Один мой знакомый сдал свою хату и крю ради камней и бутылки пюре. Один мой знакомый делает рэп свой ебану, но его в подворотнях не пиздят. Мой рэп не про подвороты пидорские, это лесбийские оргии, приступ блевоты, убийства. Я гуляю по ночам, чтобы получить пизды вместо исповеди, но меня узнают и прячут стволы, я просыпаюсь на совписке на Лиговском. И спускаясь вниз прямо в бар 1703, оттуда вылезает ресторатор, говорит, не въебаться, кульбит. Как ты тут оказался, мой азиатский друган? Да, бля, нужно поквитаться с одним ебалаем. Йоу. Я забэтлю тебя, если ты не против. Нет, я забэтлю тебя, так что, сука, лезь на противень. И пока этот додик все не испортил, забэтли твой снэпбэк Батиров. Пошел нахуй, рок-сила, рэп-могила. Я забэтлю тебя, самодовольно уебок. Будь ты хоть алкашом, хоть мажором, с тобой до билборда. Кину тебя бомжам, они тебя забэтлят. Будешь бичом униженным, никчемный черт ты мне ни почем. Нужен бэтл, и че, я б забэтлил челку твоей жены. Кстати, где она, блять, я рассчитывал. Хули ты такая прямая челка жены ебалая? У тебя че там знать, бесплатная парковка? И стрелочка такая, народ. Тебя будто Равин подстригал со словами, так и не беспокойтесь, выйдет аккуратная головка. Это не наебка, или вдруг что-то маевка. Вот такая вот емкая подоплека. Когда мы с тобой базарили о рэпе, я говорил, что нужно быть техничным и хуй класть на потеху, что нужно подчинить себе зрителя, а не доносить им ерунду, но ты не понял моих слов и устроился в техно-официантом ебучим, чтоб разносить им всем еду. И я приду туда, закажу все, что есть за счет заведения, а марка ляма репродуктов, пару шлюх, заглядение, вида пиздатого белого, чтоб сочеталось четко, а под столом так умело ждом будет работать девчонка. Но уже на входе разрушат все мои гастрономические грезы, скажут, ну все протухшие, из мяса две девчонки. Закажу из того, что есть, чай, самсу. Вместо шлюх, твою жену. Мне нужна ротовая полость ее. Ведь нет алкоголя, чтобы залить грусть, но или я буду изливать всю злость на нее. Я забэтлю твое меню. Хули лососина в десертах? Где закуски под пиво? Принеси мне беседу. И вместо сырных палок накину твои хабалки. Палок на клык из после перепалки. С ее аналом назову ее копченый балык. Балык. Это же не рыба. Макс не соперник. Подносит треки саки в основном. Ваш заказ на столе. Чего ж ты сам не под столом? И твоим батом грош цена. Как бы ты злобно не батлился. Не хотел на батл на бабки. Этот стол не расплатился. Да, сочинять байки как раз таки я гораст. Но кроме шуток ради шума в книге жалоб напишу так. Макс не макин пидорас. Пидорас. Окей, в плане обслуги, Кит, это очевидная бездарность. Я забэтлю тебя в техные чаевые не оставлю. Я забэтлю тебя дома, иди курить на балконе. Чтобы забэтлить тебя, мне не нужен шурби-шнур, а лишь телефон и провод. Позвоню среди ночи и буду бэтлить тебя в трубу. А на свадьбе твоей дочери я буду бэтлить тамаду. Да, бэтл это битва МС, но на вид ты плаксивый, ты безобидный, Максим. И ты на язык не подвешен, максимум прибит каблуком к стене. Ведь острый язык не заточить в твоей тупой пизде. И если ты воин, гомик, лишь на фоне младенцев, так что запомни набег свой. В этом поединке лишь за мною главенство. Для вас хороший бэтл в новинку, для меня батлиться естественно, но тут тесно, и я удаляю весь кэш, чтоб освободить себе место! Раунд! Так, второй раунд, МС слева. Шуму! Твоя бабенка святая, крест поставил я на ней. Неужто прошлой ночью выебал я святость? А мой член, как колба с джином, стоит потереть, и он вырвется наружу жидкостью проклятой. Окей. Все необразованные спрашивают, что такое Воланд? И выбрал них такой зачем? Воланд – одно из имен дьявола, ведь я живу среди чертей.
Я не был ранен на поле брани, не пиздил панчи, не пиздил райму. Да я батл, я граймил, я в батле король, зови меня праймом. Ты лично все готовый, тут как гиена вылез. Пусть тащишь на подачу, но не Сирена Уильямс. Ты ведущий, но ведущий гей парада. Ведь твоя техника говно, ведь ты не Эльдорадо. Ты вышел на батл, пиздец быстромодный. Клик-клак, бэм, это выстрел года. Я оказался быстро в топах, не мистер Морган. А ты как киска порно, твое дело тут проигрывать. Ты в роли дисковода, сука. Не был писком моды, но ты ебешь или с коровами, как в индийском порно. Ты не на спорте, тебя это портит, а моя пика вышла из тебя, это газ Гольда. Было бы лучше, если друг друга знали мы. Тут рождение звезды, как появление Израиля. И я с тобой батлить вроде бы рад. Пусть ты даже бог дифферамп, но ты здесь никто, ты понто-пират. Пошуми. Я услышу ответ, если крикну им, йоу. Я буду ровно стелить, ведь косить не мое. Ты не инспектор гаджет, максимум пас с тобой. Но ты забыл свои корни, хоть и был полтравой. Ты выглядишь нелепо, будто забыл снять сбирку. Будет дятел в рэпе, но я долблю эту дырку. Выиграешь меня, но только в мире ином. Если будет дятел, то его тёлка бревно. Ты вышел на батл, да ты хачик дурень. Пау-пау-пау, мои панчи, пули. Этот батл огонь, я тут устроил бурю. На член налью соус, кушай хачапури. Дальше куни, мачи хули. Ты вылил тут все почистую, пусть протестую. Здесь игра без стульев, ты так много дуешь, но тебе раньше сдули. И моя цель сделать так, чтоб ты здесь заплакал. Мой член будто бульдог, и ты съел собаку. Спасибо всем, кто меня помнит. Я вечно молодой, как Холден Конфилд. И сегодня я поднимаю свой рейтинг от 0 до 100. Мой член, как легенда, передается из уст в уста. Раунд. Итак, второй раунд. МС справа. Ты что-то сказал за грамм, да что ты о нем знаешь? E-Double-E, J-May, Skepta. Ну вы сосетесь со своими патиками под барак, ебучая секта, вы не знаете о грайме. Вот ты просто эпигон, потому что у тебя в плейлисте ебаный Мирон. Окей, бля, это ебаный фристайл. Мама, я люблю сатану, охуительно. Момент, блядь, все он сходит заняться. Окей. Что-то у тебя нихуя не 32 строчки, как у меня. А, какой замес? Он попросил написать на каждый раунд по 32 строчки. Но я вновь плавно формат, ведь я изувер, конченый. И просьба о 32 строчках я понял иначе, ебалай. Ведь 32 строчки это один мой панчлайн. И их тут будет... Их будет тут навалом. Я собрал эту тупую толпу, будто Навальный. Можешь называть меня Брутом, Балагуром, Павианом, но Мирон зареспектовал мой текст словами круто. Нереально. Это не пиздешь. Макс, ты нахуй идешь. Ева, погнали. Теперь по тексту. Ты ждал этого батла, как мана небесная. Нет, ты ждал его, словно еврей от Свенцем. Как Фейс КН сын, что за драг-дилером палит пиздец. Ждал, как твоя жена, доставку утягивающего белья с Алиэкспресс. На асфальте инцест ты устроишь, но об этом чуть погодя. Да я беса насрать на крест, ибо я буду щупать дитя. Твоя тетя не щуплая тя. Несется пиздой, блять, накрыт пиздой. Бассейн несется на сцену, трясется под свой, я тащу ее на локтях. Свэк, суга лайкас, Макс пидорас. Но, окей. Годы идут, но нет прогресса. Или это все твоя дивная игра, в которой ты, бухая от подъезда до подъезда, внушил всем нам, что ты как нинс, дегенерат? Что ты как низ дегенерат, что ты неумолимый бездарь, и бог с тобой в перипетии перебрал, переведите ему. Твой рэп ретит, ты не дегарам, а кретин, в сфере медийный, ты легитимный даун. Так проведи бэкграунд, скажи, чего достиг. Я на поединок клал, но этот щекол гостит. Щегол костей, тут по щекол кости. Этот свое ебло, этот чинок скостил. Просил срок еще скостить, прости, но я на эту просьбу за твоей щекой гостил. Нет. Окей, да, блядь, парень пиздатый. Базара нет. Звезда клубов. Мейн стар среди камер. Но Макс выбирает мало фьючерингов. Нет, вы не поняли. Я воткнул базальт, еблет и пизда губы. Мейн стар стекает. Макс собирает мало пью с вечеринок. Как, например, в Москве. Кто был, тот помнит этот ебаный зашквар. Что вы выдавили себя, кроме ворчания ректальных? Ведь в прошлый раз лишь дега и братва прокачали нормально. Думайте, блядь, парни underground, ну, сука, грамотно сделали. А что сделали вы? Сделали кавер на плюсы, после даже хуй забив лузеры, стали гнать свое, но не угадали с темами. Каверы на плюсы, блядь!
Карл, они даже каверу заюзали, даже дальше песни грустные, обрюзглые, чтобы даже фьюз заныл. Хуй бы с ним, каверы на плюсы. Для сук, у кого развитие умственное, куцая, каверы на плюсы. Бессмысленнее, чем без рук рукоблудство, блядь. Фу, сука, фуцуны. Где-то в Андалузии проводят русские тусы. Они пьют, поют и закусывают, фламину недурственно буйствуют, бьют ебало о люстры. После слюськи трусики спустят, по кругу запустят. Вот она тусовка, где ебало мне лузгают. Никому головы не... Никому в голову не приходит делать каверы на плюсы. Вы так обосрали каверы, голос будто вам устроил фистинг, бобер. Чтобы выбить из вас дерьмо, придется пиздить ковер. И ты, Лупан, тогда съебавшись из Москвы, думал, всех наебал красиво. Нет, ебучий бич, просто ты вновь у всего города в долгу неблагодарная псина. Давай! Все согласны. Маки Максим, а.к.а. Воланд Хаус. Под Мияги яйки массируют и хуёв полон анус. Воланд Хаус, тебе всего 21. Ты уже ебать семьянин. Я в твои годы на батлах тусил. Ты выбрал иной путь, но я вижу, что продолжать его нету сил. Нет, Олкэш парнишка отличный, компетентный. Собирает всю наличку, дивиденды, нет, вы не поняли. Он собирает всю наличку, эва техно, бич ебаный. Твоя семья же изголодалась, твою жену тогда стала ваша голая задость. Можно сослаться на то, что ты молод малость, но я знаю, что нужно сказать, чтоб она тебя бон съебалась. Поэтому передаю ей привет. Короче, заебался панчить весь текст, далее речь пойдет о его падчерице. Смотри, лет через 10 Элли будет почти сорокет. А тебе в голову придет отличная тема, а ты такой смотришь то на жену, то на дочь ее и говоришь: йоу-йоу, мелкая, набрать кончик в рот пришел твой черед. Ну, бля, да, у них растет дочь, плоть и кровь не твоя, конечно. Но в ее трудный возраст тебе будет трудно обуздать свою конечность. Она ж не родная, ну значит не западло присунуть. Да не иди горем, но эти строки зло безумное. Ты говоришь такой: Элли, ну, бля, не горячись-то, к тебе кто только не побывал, а у нашей малявки все чисто. И ты захочешь с ней бесчинствовать, эти мысли возникнут по-любому, поэтому побойся Бога и щемись, брат. Но нет, этот взгляд, как у Лолиты Набоковской. Эти худенькие ручки и ножки — это такие милые тонкости. Она в позе недотроги раздвинула розовые ноги в душе и за душу берет легкий пушок на лобке. И ты услышишь шепот в голове: у нее возраст детородный. И мысли богохульные заполоняют череп, покруче начинки конопляных печенья. И тебя так и тянет побывать в чреве дочернем. Ведь к тому времени у нее будут округляться формы, еще немного и целомудренное пространство сорвано. Да, она на тебе так быстро крутится, а тебя так пирает. Ее киска грудь и зад, она круче всякой куртизанки, бляска на тебе наскакивает, и ты пикаешь ей по самые яйца. Вот и все. Настал конец семейной идиллии. Ты из нее достал конец, перед тем осеменил ее. Хотел бы ассимилировать, но перед тем он дрочит, внимательно строя план, как поиграть с ней в дочки матери. А, блядь, шуму. Это поэтому. Тут плевать на моральный устой. Я тебе кару вербально устроил, поэтому недовольного ебальника не строй мне, а просто повторяй эти строчки вслед за мною. Ой, твой менталитет в рот ебать детей. Ой, твой менталитет в рот ебать детей. Ой, Максим просил не трогать Кекси, мать его. Не тронул, ради бога, но на жену ему похуй, а на дочку поебать в прямом. Ой, твой менталитет в рот ебать детей. Ой, твой менталитет в рот ебать детей. Ой, Уэйсмен Бо не будет больше спать с тобой. Он думает порвать ей пукан, либо дать на ротан, либо оставить на кровати кровь. Рам! Третий раунд, МС слева! Отец спустил тебя в унитаз, но ты ведь все же родился. Смесь отходов, нечистоток, подытожим водиться. Я дернул за струнки душонки, задел перебор. Отнюдь ни Колумб и не вижу совсем берегов. Ты ведь слабый на деле, слишком самонадеянный. Твое раздутое эго белый саван наденет. Остатки чести ты в траве примятый припрятал, пока долбит твою подругу палкой пиньята. За молодущий себе, конечно, рука запоздала. Ты хотел вчера поразвлечься, но, сука, рука отказала. Ну и на меня еще. Ты думал, я испугаюсь, что в батле Тимонян затрясет? Но твои панчи, как косметика для Китая, все на одно лицо. Никакого плагиата, пикчи с раковых пабликов. На дейли остроты якобы с паприкой. Да, я не фаворит, но спокоен, как удав. А тебя ждет не кулак, нос прикроет кобура.
Прям. Моя толпа — это рыцари Гондора. И телку в твою вчера пришлось нам драть. Она раскрыла перед нами ноги, будто это черные врата. Я в этом батле не звезда, но шансы точно будут. Ты проебал свой шанс, навел я вуду, порчу вуду. А мы вместе рады, петь рады, не ветеран, удары, плеть раны, нам жести надо, как крестик Прада, и вместо бабы ты влез на батлы. Ты реально хотел, ты серьезно хотел в основу верса, но Санёк, видимо, забыл предупредить, что туда не принимают узбеков. Ты нужен был там для того, чтобы поржать и Хабану за пивом сбегать. Но суть не в этом. Ты сам нажмешь на спуск урок. Мой первый раунд, твой туз намок. Мой второй раунд, твой курс на дно. Мой третий раунд не будет тут, пока махнут не кает суть. Я получу призы за пиздатый флоу. Тебе дам пизды за бездарный слог. Раунд. Третий раунд, МС справа. Пошли. Я влезаю на раунд, как в твою жену вскользь. Ты зовешь ее, моя игра, я прохожу ее насквозь. Ты банашка, Макс, как запашный аскольд. Ты играешь с киской, я беру миксер и беру... Я достаю миксер и беру монашек соскоб вагинальный. Я само зло, этот слог маниакальный, яу. Нет, вы не поняли, этот сноб из санузлов у него маниакальная. Привыкай, Гай, этот батл вовсе не твой. Выкупай, Райм, этот батл твой, сука, фол. А. Бро, скажи, че ж вы все так на Булгакова папки? Зовешь себя Волдом? Че такой же лукавый, гадкий? Хуй там, я прокину твой пукан на лопатки и лось. Мой флоу тебя текстом затравит. Ты не Воланд Хаус, ты Берлиоз. Так что, сука, лезь под трамвайки. Да тебе снесет черепушку. Сечешь я, о чем я, пинчушка? Да нихуя ты не понимаешь. Да нихуя ты не понимаешь, сопливо, болван. Я слепой уебан, но мне не нужна пушка, чтобы снести тебе чекушку. Завиду мне, сука, зови меня отсюда и сорви голова. Ведь в социальной сети рэпера в списке черном аккаунт твой, коль ты безбашенный МС, то я чертов Маклауд. Если порвать тебе зад, попрет кровавая глина. Это почти багровый пик. Ты выбрал безмозглый псевдоним, это почти безголовый ник. Пошумим. Так что, Макс, честно говоря, я ни черта не рыл на тебя. Слыша, бичейский ласкал, бесил крэпу, порывы терял. Слыша, твои треки люди будто на рыбке ребят, но алкаш толкает свое дерьмо, хлеще барыг в деревнях. Ну, типа, рэпчик мой кореш, мы с ним мультифраншизы, ну типа спутник по жизни. Пошел нахуй, хуй фанашист, мой кореш Пончик, и это он, спутник по жизни. Кружить жизнь, подружись с ним. Он пушистый. Бля. Сука, пушистый хуй. Подружись с ним. Но хорош тебя... А, не, Руди мне друг, а не приятель по падику. Но чтобы сделать смачные панчи, не нужно врубать математику. Ведь на файтинге рвут и тем, что бати и будете, если стошнит. А, врубайте иммунитет, и каждый лашпи докажет, что в райт это тип улетел. Так что, за... блядь, хорош тебя, нудятина. Подрыгай, мудятина, мудятина. Куда попер против дятела? Настреляю тебе в рот, будто у губ твоих рогатина. И буду в рупор ебать тебя, вы слушайте внимательно. Ведь героем тебе не стать, с Лупаном, Горе, Густрайтером. В этом городе додиков домашний продакшн от горе издателей. Каждый из них мне пройдет блистательно. Ведь кто-то прет пиздата, от кого-то прет пиздятиной. Далее, чтобы текст был более-менее понятен вам, проведу в двух словах ликбез о том, кто такие байтеры. Вы их видите на каждом мероприятии. Байтеры, подражатели, байтинг. Копирование, заимствование, контрафакция, копипиздинг, не копирайтинг. Они копируют флоу, пиздят слова, никнеймы. Я бью фейспалмы неустанно, все хуйня. Но я слышу байтинг даже во фристайлах. Вот в каком говне ваш новоинский рэп. Так что, сука, застрелись теперь. Байтинг города, вырубайте хором, это как наряд, блять, а под фантиком антикора. Это оригинал, а не раймы, украденный, украем икон. Это герой, это пати, не это фанатик, копра. Я вечер, как дизайн доллара, и башу, как теса. Голову, ты десарь года, нет, иди за комбля. Способен написать комет, но убавь гонор. Мой флоу вызывает гром и вырывать языка, корень.
Блять, Монатика Дорна, орешь Патики Корта, ты не дорос до меня, я буду звать тебя Когни, читаешь под стук сердца, ты ебать кардиолог. Пихай палку в гейса, тебя канопатил уролог, тики-тики-так, бомбы деланы, бедах, порно, вдыхай порох, я тебе дам фору, буду пихать тебе в горло, это долго упорно, это рогатина метит тебе вдыхательный орган, баум! Твой байтинг, он как антифлоу, мой флоу, как укол-глой в галку, мой это локальный, колы ты локаешь его, я не отдам тебе это место, пока я живой, ты потыкаешь невольно, нет, алкаш, ты не понял, весь кэш это сажа, параша и кровь, и ты туда макаешь невольника, так каждого гомика заебашу до крови. Это контраст продакшена, это наша территория, сын! Клик-клик-клик, ба-ба-ба, поднимайте руки вверх, если Макс проебал. Клик-клик-клик, ба-ба-ба, поднимайте руки вверх, если Макс проебал. Клик-клик-клик, ба-ба-ба, чтобы Макс не проебал, мне не надо напрягаться. Просто поднимите вверх средние два пальца. Клик-клик-клик, ба-ба-ба, ты сделал полсилы, а я лишь на максимум. Раунд. Итак, это был Arena Battle 98. Заходите на канал, подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока! Ларин Чушка ебаная. Нет. Потому что он Чушка ебаная.